Научно-технологический парк – одна из организаций, уполномоченных на начисление платы за коммунальные услуги. В зоне их обслуживания – треть областного центра Брещины, порядка 106 тысяч человек. Производить расчет работникам, которых здесь, к слову, всего 5 человек, помогает специальная программа. Последняя существенно упрощает и ускоряет процесс. Не все сразу получилось, но на сегодняшний момент могу заверить, что это идет вовремя, в срок, в полном объеме начисления. Если какие-то вопросы и возникают, они носят единичный уже характер, потому что все-таки 41 тысяча квартир, это обработать, это начислить. Мы в какую-то колею вошли и все равно не останавливаемся на достигнутом, все равно прорабатываем еще, что можем сделать, облегчить труд наших сотрудников, сделать так, чтобы даже ночью какая-то программа робот работала, потому что в этот, оказывается, временной период меньше всего нагрузки на системы, на сервера, на каналы связи, и процессы быстрее происходят начисления, и да, происходит так, что работники уходят, а ночью обрабатывается большой массив информации. Программу эту разработал один из резидентов технопарка, индивидуальный предприниматель Андрей Зановский. Созданием программного обеспечения для расчета так называемых жировок он занимался с 2011 года. За 5 лет работы число клиентов перешагнуло рубеж в 300, а география охватывала всю страну. Однако в 2016 было внесено изменение в законодательство, и начислением платы стали заниматься только уполномоченные организации, в их числе и Брестский технопарк. Разработчик программы Андрей Зановский стал работником этого акционерного общества. Программное обеспечение имитирует работу человека. То есть оно делает те же действия, только оно более точно, потому что все заложено, то есть циферку не ту набрали или еще что-то, этот фактор уже исключается. Что немаловажно, за свои услуги здесь берут по минимуму самый низкий процент в стране. И это без ущерба качеству, оперативности и точности выполнения работ.